«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Пятно. Топ. Радужное пятно. Яйгор шикарехи. Радужное пятно. Яйгор шикарехи. В Кармаскалинском районе Башкирии на поверхности реки Белая обнаружено радужное пятно. Башкортостанда Кармаскалы районында Агыйдел елгасында Яйгор шикарехи табылган. В Кармаскалинском районе Башкирии на поверхности реки Белая обнаружено радужное пятно. Башкортостанда Кармаскалы районында Агыйдел елгасында Яйгор шикарехи табылган. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».